have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, Minecraft Dungeons. Я только сейчас заметил, если здесь постоять какое-то время, здесь начинают проплывать облака, мы настолько высоко над остальным миром, что тут начинают проплывать облака. Сейчас, давайте по-быренькому мы с вами пробежимся, посмотрим, ничего ли у нас тут не изменилось. В дом мы уже заходили, я хочу посмотреть, вот здесь у нас ничего не изменилось. И... А, сундук? Серьезно? Давайте. Заберу. Спасибо. Наверное, изумруды надо немножечко активнее тратить, но я этого не делаю. Мост у нас также здесь не опустился. Ладно. Не страшно. Урона. 59. В районе 60 урона мы сейчас наносим. Давайте я куплю случайный предмет. Кольчуга 32. Кольчуга 32. Ладно, наверное, я это зря сделал. Хорошо. О, смотрите, какое облачко прикольное. А прикиньте, если бы была бы пасхалка, где можно было бы вот так вот встать, и потом выплывало бы какое-то облачко, на него можно было бы прыгнуть. Блин, вот это, кстати, по-моему, неплохая идея. Ладно. В прошлый раз мы пошли в кактус и открыли себе пустынный храм, теперь мы пойдем в шахты. Рекомендована сила 27, у нас сила 28. Мы там сможем найти еще одного жнеца. Перострел, доспехи волка, доспехи исследователя. Я хочу найти крутые доспехи исследователя, вот это было бы хорошо, я бы их носил, наверное. Поехали. Я ничего не менял, ничего не... Мне показалось, что эти ребята с автоматами, они просто с арбалетами. Only a hero such as yourself could brave the cavernous underground and uncover the truth. Узнать правду, так узнать правду, почему бы нет? Найдите селян. А, это мы отсюда вот так вот спустились. Угу. Понял. А, пойдемте. Оп. Нет, я не могу сюда забежать. Так. Такого данжа мы еще не видели. Это прикольно. А че, собственно? Так, так. Поехали. Друзья мои. А что? Что с вами не так? А, это маг! А! Мне это жжет. Это интересно сейчас было. Воу-воу-воу-воу-воу! Ходу чуть не раскатали. Офигеть. Обычные мобы обычные, но крутые мобы здесь прям реально. Вагонетки абсолютно смертельны. Идите, идите сюда. Я сильно не пойду вперед сейчас. А ладно, пойду. Блин. Нужно хилку даже. А, вон яблоко есть. Так, вот этих ребят я сейчас, наверное, буду рубить, а вот этих буду стрелять, потому что... Блин, на них спавнят, что ли? Серьезно?
Слушайте, как-то жестко. Разойдись. Блин, им пофиг вообще на это все. Они их спавнят просто огромными ордами. Не, меня так убьют сейчас. Ну его нафиг. Погодите, нужно решить, что с ними делать. У меня хилка не откатилась. Офигеть, один удар, вы серьезно? А другого выхода я не вижу. Да, он тупо их спаунит. И когда их больше, чем одна, это прям проблема. Офигеть. А! Вот это сейчас было жестко. Просто минус одна жизнь. Прямо на старте. А что будет дальше? Уйди от меня. Чем самое обидное, я буквально чуть-чуть хилочку не дождался. Чуть-чуть. Офигеть. О. Так, с вагонетками надо осторожней. Давай, давай, сюда, 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 все. Там стрелы упали, блин. Я туда уже никак не попаду. Ау. Так, сундучок. Ну, похоже, стрелы мне здесь очень понадобятся. Я понял, не того убиваю. Да пройди, пожалуйста. Чувак, не надо в меня стрелять. Знаете, что я вот так сделаю, пусть откатывается, потому что, ну... С этим тут проблема. Кстати, гляньте, стол с картой. А, ну эта карта неактивна, я бы ее забрал бы. Я не знаю, что там за карта, но я бы ее забрал бы. И я сюда пришел на один уровень повыше, чем нужно. И все равно вот так раскатывать, серьезно. Ох ты ж! Я говорил, пусть хилочка откатывается. Я тебя понавызываю сейчас, блин.
Ау, меня тележка сбила. Фух. Свининки надо покушать. Еще свининки надо покушать. Так, ладно. Бронька, которая регенит жрачку, уже мне не кажется такой плохой идеей. Если меня также дальше будут раскатывать, то, наверное, стоило бы где-то как-то... Сундучок. Насчет пэтов тоже нужно подумать. Мне кажется, их стали... Нет! Фух, блин, я думал, сейчас рванет. Кажется, их стали слишком быстро убивать. Или нужно их как-то прокачать? Я, кстати, не знаю, можно... Ой, новый уровень, спасибо. Не знаю, можно ли их прокачать или нет. Я еще... Опа, не занимался, не смотрел. Возможно, кстати, почему бы нет. На самом деле, немножечко удивительно. Ну, не то чтобы удивительно. Но то, что, то, есть, то, что вещи нельзя улучшать. С другой стороны, ну, как бы... РПГ у нас делятся на две категории, так скажем. Те, в которых можно без конца крафтить шмот, там, до 10, 12, 15 уровня. И те, в которых можно только получить вещь. Вот, например, как в Диабло, ты получаешь вещь, у тебя есть особые задания, как награду за которые тебе могут позволить чуть-чуть улучшить вещи или там добавить в нее каких-то свойств. Но не более. Так, стоп. А мы... А, нормально, нам сюда. Мало того, что нам сюда, так... Не надо в меня стрелять. Плохая идея. Ой, тут снежок идет, смотрите, как круто. Тут провал такой в пещере. И тут снежок идет. Это офигительное место. Не знаю, мне нравится так. Наверх я забраться смогу, не смогу. Ну-ка. Ладно, ребятки, поехали дальше. О-о-о, а что вы такие? Хотел сказать, тут у нас одинокие скелетики, они ни разу не одинокие. Идите нафиг от меня. Во тьме ночной при свете дня. Идите нафиг от меня. Да хватит лупить-то. О, яблочко. Из какой-то зомби выбили яблочко. Хорошо. Так, ребят, такой вопрос. А как... А, блин, я думал, он мне... Хорош. Иди отсюда. Как мне определить, кто из них undead, а кто не undead? То есть у меня бонус, например, по undead'ам, по нежити. Как мне определить, кто из них, блин, кто? О, арбалея? Здравствуйте. Какие надсмотрщики стоят возле рабочих. Вагонетка. Все, ребят, вы свободны. А, еще один остался где-то. Еще одного надо освободить. О, тут сундучок. За сундучком, кстати, я схожу, и там какой-то вход, не вход, непонятно. Я туда тоже обязательно сейчас схожу. Или там у нас последний чувак. А, там у нас последний чувак. Я думал, это вход в какую-то пещеру. Ну, поскольку я жадный, я сначала заберу золото. Ну, кристаллы. Спасибо, блин, забрал. Ладно. Да? Не поднимутся. Улетают вещи на дно иногда. С дна очень тяжело что-то достать. Жаль. Ну ладно. Так. Теперь меня сюда пустили, наконец-то. Не знаю, я да, мог бы, наверное, их перестрелять, но что-то... А, ну хотя стрел уже накопилось, я говорю, думаю, буду копить стрелы. Ох ты ж, там это немножечко.
другой стороны, стрелы у меня вроде Ай, блин, меня вагонетка опять сбила. Стрелы у меня вроде как возвращаются за выстрел. Ладно, можно вставать баночку. Ничего со мной не станется. Опа, красиво разбили. До свидания. Подними сюда. Можешь, можешь, отлично. Не, они какие-то зачарованные, да? А, это пауки вот этим огнем пердят. Это вроде как чемпионов каких-то, или что это? Паучьи чемпионы. А! Блин! Почему я каждый раз надеюсь, что я могу... Ой, там сундучок. Почему я каждый раз надеюсь, что я могу от них удрать? Такой начинаю убегать, но мы с ними бежим одной скорости. И они такие, хадыщ, и все. Давайте включим. Ах, быстрота. Друг молодежи. Ну ладно. Сюда вроде ничего. Тут шахты такие. Знаете, каждый из этих уровней мне дает какие-то такие воспоминания о каких-то местах, о чем-то. Вот этот мне почему-то напоминает Морио. Те, кто знает, те знают. Вот. И вот эти вот шахты мне очень сильно напоминают Морио. Хотя тут нету гномов. Нету ничего, что мне говорило бы про Морио, но... На тебе! Да нет, чувак, забудь, тебе хана. Темную форму зря взял. Единственное, что вот я сейчас думаю, жаль, что у вот этой вот ауры душ есть откат. Блин, тут босс сейчас будет, ну это выглядит как босс просто. Блин, больно. А он меня сейчас убить-то может, кстати, если что, так на секундочку. А, ай-яй-яй-яй-яй, блин, я не заметил. Живи! Пожалуйста, живи! Да я же... Уже откатилась бутылка, я же уже нажал, блин. Ау. Вот тут, короче, пэты меня реально спасают. Нет, 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 погоди, стой, 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 я все объясню. Не надо за мной бегать. Все. Фух, да нафига мне сейчас динамит-то? О, это было жестенько. Да ты-то тут что делаешь, блин? Я только что такого бугая укатал, блин. Бежит на меня какая-то, блин, фигня с топориком. Прикиньте, вот это меня сейчас убило бы. У меня сейчас последняя жизнь, да? Это было бы фиалка, братан. Ладно, все, пойдем отсюда. Победа, победа. The villagers are building a dreadful forge under the mountain. Я очень глупо слил одну жизнь в самом начале, когда я недооценил противника и попёрся на них вплотную. И сейчас очень глупо слился вторую жизнь в конце, когда у меня уже была готова... Ух, что за тессеракт?
Когда у меня была уже готова бутылка, я просто не успел ее выпить. Нечистый маяк содержит в себе огромную силу. Он ждет подходящего момента, чтобы выплеснуть свою ярость. Нечистый маяк. С мостиком у нас ничего не случилось? Нет. Мостик висит. Знаете, ребят, мы как-то немножечко быстровато, что ли, управились. Давайте попробуем еще один танш раскатать сегодня. Мне интересно. Также мне интересно... Вот у нас бронька на 36, доспехи наемника. Вот это вот на 31, наверное, я разберу. Ага. И вот это вот... На 30 обычные. А, я даже не знаю. А, ножики на 34 у нас появились. Кстати, оружие трусов, по крайней мере, так говорят. Хорошо, урон в ближнюю 37. Тут 45-73. Но вы посмотрите на эту скорость. Вы просто посмотрите на эту скорость. Тут у нас все, кстати, прокачано на максимум, да? Бесконечность. Бесконечность можно качнуть еще больше. Шанс срабатывания 48. Да, хочу. Вот, тотем защиты. А где... я что-то не понимаю. А что за нечистый маяк? А, вот он, да, точно. Тоже собирает души, кстати. Нечистый маяк выстреливает мощный луч, который непрерывно повреждает мобов. 513 урона от артефакта, 2,5 отката... Сбор душ. Один требует душ. Знаете что? Наверное, я его пока что поставлю вместо песца. Песец у нас все равно с собой остается. Это не проблема. Ой, не песца, а волка. Песец-то это наш пэт. С ним мы не расстаемся. Насчет броньки. Доспехи волка. Это сколько дает? 167 здоровья. Дает больше здоровья. Есть 35 и есть 36. Наемник. Тут нам дает дополнительный хавчик. А это нам будет давать... Если у вас полное здоровье, вы наносите повышенный урон в ближнем и дальнем бою. О-о-о. Ладно, подумаем. Давайте пока что посмотрим, что дальше. У нас появилась пылающая кузница, а у нас появился пустынный храм. Пойдемте в кузницу. Оу, мы еще, кстати, до нее не доросли. Или... Рекомендованная сила 27, наша 29. Это, кстати, такой пылающий колчан. Но вот эта вот стрелочка, она мне говорит о том, что, возможно, у пылающий будет не только колчан, но и еще кое-что. Хорошо, давайте в кузницу начнем. Посмотрим, как пойдем. Там, если... Блин, там смотрите, какие големы выходят из ворот. Офигеть. Forge, where the arch-illager builds monstrous machines that devastate the villages of the overworld. He must be stopped. Strike with everything you've got and raise this forge to ruins. Блин, смотрите, смотрите на это, офигеть! Это такой, с которым я бился, это был финальный босс, так, по-моему, эти сейчас будут мобами здесь. Идемте, рискнем. Так, ламу сюда. Лама, по крайней мере, плюется. Почему я выбираю ламу, а не волка? Потому что лама плюется, и это небольшая дальняя поддержка. Это хорошо. Все, поехали в рукопашку. Блин, меня моментально размесили. Вы посмотрите, здесь одни стрелки. Да лопните, блин! Ой, еще стрелы. По крайней мере, обычные лучники выносятся с одной стрелы. Это неплохо.
Но тут очень много стрелков. Очень прям. Вот дофигища. Это, кстати, тоже хорошая магия. Мне нравится. И она, по-моему, заряжается быстрее, чем взрыв. Или мне кажется. Ой, я что-то подобрал. Не взрываемся! Яблочко. Хорошо. Лопни! Зелье силы. Сила зелья. Зелье силы. Так, ну, как бы, да, они пушат, они давят, но мы вроде как справляемся пока что. Но я себя чувствую... О, здравствуйте, я же говорю. Пучок стрел, что за великий молот, блин. Вот я себя чувствую прям некомфортно. Нет такого, что я иду и все на изичке. Как бы такого и не должно быть, но просто мои ощущения. Я иду, и меня давят. Давайте откатим наше зелье, наверное. Так, кузня, кузня. Нет. Просто нет. Просто нет. Я вот сейчас думаю, наверное, все-таки можно было бы взять кинжалы, потому что они быстрые. Ментальная кара. Я хочу все исследовать. О, души, кстати, поприлетали. Хорошо. У нас есть теперь два артефакта, работающих на душах. Я думаю, что если я наступлю на красное, то это меня обожжет, поэтому я логично не хочу на него наступать. Ну это же лава все-таки. Блин, как ты меня напугал. Уйди отсюда. Да блин, я трачу. Трачу стрелы в никуда. Стойте, лама их тоже с первого плевка убивает, да? Бах! Нормально. Прям реально дофига здесь стрелков. Прям очень много. Давайте мы еще тут не все зачистили. Тут у нас люди в спине. Люди, скелеты. Бывшие люди, да? При том, что половина стрел должны ко мне возвращаться при попадании, я до сих пор испытываю недостаток этих самых стрелок. Я бы не хотел, чтобы такое было. Опа, крепаки. Крепота, друг молодежи. Сейчас все что угодно, друг молодежи. Быстрота, крепота, темнота. Все, что на... Да. Ой, воллер, не, там, блин, воллер где-то прячется. Стеночник. А нам сюда? Нет, тогда я хочу сходить сюда. Теперь, вот теперь я хочу пойти сюда. Опа. По крайней мере, выстрел из лука их станет. Они такие потом... А что делать? Что делать? Делать-то что? И стоят, думают, а ты их пока подходишь и добиваешь мощнее. Ну, хоть какая-то помощь. Хорошо. Этот тессеракт. Я не знаю, ну... Злой куб, как его еще называть. Мы попробовали, он неплохо стреляет. Мне интересно, какой урон он будет наносить по боссу. Вот куда улетели эти джемы? Просто куда-то в космос, не знаю. Майнкрафтовая космическая программа. Регенерацию подрубили. Я вас понял. Вот это сейчас было неплохо. Вот сейчас куб сработал прям хорошо. Тут такой коридор, как похоже на пробежку к боссу. Надо мага снять.
и Воллера. Воллеры меня очень бесят. А откуда у меня реген? Я что-то схавал случайно. Ну и хорошо, есть реген и есть, я же не жалуюсь. Блин, часть лазера не въехала. У меня души закончились. Пою за ногу. Я же говорил, что это будут простые мобы сейчас. А, выпусти меня. Все, есть. Фух. Ты же не взорвешься? Не, просто. Просто здравствуй. Я же говорил, что это было похоже на пробежку к боссу. Но если сейчас будет еще один такой... Смотрите, надо набивать лазеры. Потому что оно работает по количеству лазеров, я так понимаю. По количеству душ. Поэтому не пользуемся сейчас лазером, а набиваем на босса. Против босса просто волшебная штука. Да выпусти ты меня, блин. Душ надо больше. Потому что взрыв работает просто за какое-то определенное количество душ. А лазер, он срабатывает при накоплении душ. Это прикольно. Теперь я хочу больше мобов. Ламу убили. Что мне делать с этим динамитом? Я бы в кого-то метнул, но, блин, я не хочу в одного там кого-нибудь. Хочу толпу. Нифига не толпа. Одного и убил. Ну вот просто... У меня такая логика. Я думаю, я сейчас скину. Сюда прибежит куча народу. Вот. Взорвутся все. Не, блин, никто не прибежал. Когда не хочешь, прибегают. А когда это, так наоборот. Ладно. Собираем души, это пока что то, что важно. Если опять будут вот эти вот каменные големы, я практически уверен, что они еще будут. Иначе фига ли нам показали их так. Как вовремя-то я отошел. А как это вы так из-за угла появились, не подскажете? Молот, мне кажется, будет быстрый, медленный и сильный. Ну, то есть, это... Ох ты же, здравствуйте. Ну, это логично, это тяжелое оружие, оно должно быть очень сильным и медленным. Ау! Я слишком близко стоял. Так, осталось еще два сердечника перезагрузить. Один сюда. Это логично. Я думал, тут яма. Нормально. Я что-то думал, что оно идет только по вот этой дорожке, а если стоять слишком близко, то тебя тоже задевает и... В общем, может прилететь. Локация, кстати, очень атмосферная, очень классная. Мне понравилось. Почему в него сейчас урон не про... Там и стой, чувак! Просто там и стой! Блин, у меня закончились души. Мне нужна лама.
Он отвлекается на ламу, это хорошо, я могу успеть его добить. Фух. Минус 2. Мне повезло, что он там застрял. Душ было очень мало. Надо было... Ну, как бы надо было поднакопить их и так копил. Но душ было очень мало. Просто нафиг. Блин, что-то произошло. Что-то произошло. Только я не знаю, в какую сторону что-то. Ой, это проход куда-то открылся. Мачете. Мачете убивает. Ага, нам даже не сюда. Окей, давайте я вот этот кармашек посмотрю. Уйди! Души принесли, мне души принесли. Блин, я свою же ламу убил. Черт, извини, дружище, я не знал, что это работает на тебя тоже. Неплохо, это было сражение за сундук. Интересно. Фух. Так, отлично. Ламу сюда, пожалуйста. Я хочу сходить сюда. Есть какое-то интересное местечко. О, я понял, еще одно сражение. Давайте. Сундучок. Зелье силы, стрелы и доспехи. Ну, хорошо, в принципе, я доволен. Неплохой такой этот бонусный левел. Что с нашим песцом? Почему он там? Ладно. Я на секундочку понадеялся, что, может быть, я здесь найду сейчас еще одну тайную карту. Я просто не знаю, где находятся остальные. Вот мы с вами обсуждали это пару серий назад. Не, на самом деле нет, так нет, ладно. О, еще одно сражение за сундук. Да, давайте. Зелье скорости. Да, блин, надо мага снять. И вообще, ребята, не из этого стака были. Так, лучок мы новый подобрали, неплохо. Надо будет тоже глянуть, когда вернемся с уровня. Да, как вылазишь из-за угла, тебе паук. Хыдыщ, слюной, блин, это паутины в лицо. Все, я тут все уже прошел. Круто. Нормально. Вот эти крепкие просто, офигеть. Я вас понял. Мы просто набросились, офигеть как. Фишка в том, я, наверное, дурак, я только сейчас-то понял, что когда ты включаешь лазер, он не заканчивается, пока ты не нажимаешь выключить. Так это работает? Вот эти самураи очень прочные. Смотри, сколько на них стрел уходит. Я просто в бочку стреляю. Да камон. Столько стрел дают? Нате. Лопни! Спасибо.
Реально, столько стрел дают, как будто готовят меня. Не хочу, чтобы меня готовили к чему-то. Это выглядит как еще одна арена. Ну ладно, может быть и не арена, но это выглядит очень такое эпичное местечко, такая шахта огненная. Библиотека! Вот это место, офигеть. Очень атмосферно, мне нравится. Убегите из кузницы. Серьезно, я пришел сюда, чтобы убежать? Не чтобы победить, не чтобы разгромить, не чтобы помешать. Чтобы убежать. Я вижу сундучок, я сейчас сюда схожу. Ух, тут ничего нету, точно? Ха-ха-ха, ничего нету. Сейчас, блин, ничего нету. Так, ладно, серьезно. О, меч танцора, глефа. Слушайте, уникальная глефа. Повышает шанс выполнения расходных материалов из мобов. Ой-ой-ой, как хорошо-то. Эхо. Каждые 3 секунды неплохо. Повторный удар. 30% шанс кратковременно сковать цепью и обездвижить группу мобов. Кстати, тоже очень круто, блин. Мне уже очень нравится это оружие. Так, меч тридцатничек. А, это мачете тридцатничек. Молоточки. У молоточка просто урон в ближнем бою 106. Скорости никакой, мощь офигительная, область офигительная. Амулет. Железной крепости. Кратковременно, но сильно повышает защиту. Длительность 10 секунд. Блин, вот это круто. Вот это при битве с боссами, по-моему, тема будет. Так, у меня лук на 30 с возвратом стрел. Есть арбалет. Урон 53-160. 67. 134, лук силы. Но он, кстати, медленнее. Нет, я не буду, наверное, менять. Или я нашел еще какой-то лук? Вроде нет. Так, клинки. Молоты, мачете. Вот молот. 104, просто 104. Тут 45, 73, там просто 104. Фигак. И тут, кстати, еще 40% урона по... нежити. А, кстати, да. Мне вот эта глефа нравится. Повышенная скорость атаки. Ай-яй-яй. Прикиньте, сюда еще эхо накинуть. Урон в ближнем бою 60. Просто 60. Стабильно? Давайте я с ним похожу. Пока не прокачивая. А просто похожу. Посмотрим, как он работает. Пока что очень прикольно. Ну, опять же, я под скоростью. Вот это точно арена с боссом. Чё за мидбои, блин? То есть я понимаю, это как раз способ с ним бороться, да? Ха-ха-ха! Меня задело! Уйди от меня! Блин! Нет, уйди, 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 уйди. Мне нужна хилка. Откат. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, блин, нет, я этого не хотел.
С мидбоем же тоже души идут, правильно я так понимаю? Нафиг, нафиг, нафиг. Да, с мидбоев тоже души идут. Да как же я каждый раз случайно-то его так задеваю. Давай мидбоев сюда, слушай. Знаешь что, я не против. А, неплохо. Нет! Мне нужно откатить хилку. Лама, иди сюда. Помогай мне. Меня это, блин, меня это убьет сейчас. Давай только, пожалуйста, чтобы у него жизни не целые были. Целые буду, да? А как? Ребят. А, я могу сюда просто к нему спуститься. Но это тогда не проблема. Все. Вот это был басецкий, колбасецкий, конечно. В общем, лазерная пушка – это имба. Нужно ее не тратить на мобов, ее нужно не тратить вообще ни на кого, нужно держать чисто на босса. Ну, с боссом она делает страшные вещи. Ну как же ты бесишь, чувак! Где, где? Я хочу чисто этого воллера. Да вылези ты. Не залазь, пожалуйста. Вот это было сейчас потненько немножко. Яблоко отдай. Да ну не прыгай ты в лаву-то каждый раз. Я тебе говорю, иди по ступенькам. Не, давай я спрыгну. Ну, знаете что? У меня есть такое, ну, не то чтобы ложное ощущение, просто получено достижение. Ущайный. Прикольно. Иди, сгори в лаве просто. Fiery Forge is destroyed. The war machines of the Illagers have been smashed. Да я же не разрушал кузню, я просто босса убил. Вы чё, ребят? Хорошо, хорошо, ладно. Затащено. Это там регенерация улучшенная. Окей, круто. Мне это нравится. Что у нас из шмоточек? Блин, вот эти молоты. Ну, скорость у него вообще нулячая. Вот, доспехи на 37. Поглощение урона, аура увеличения ущерба. Почему увеличение ущерба от оружия и поглощение урона? Есть урон, есть ущерб. Ну, ладно, так. А ты кто такой? Усиленная кольчуга. А-а-а. Так, блин, просто дофигелиард всего нам выпал. Надо будет разбираться. Но разбираться мы тогда уже, наверное, с вами, ребят, будем потом. Сегодня мы и так два данжа умудрились запихать в одну серию. Так что спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, добра. Всем оладушек. Всем покеда.